Вітаю, шановні телеглядачі, в нашій традиційній програмі «Новий погляд». Сьогодні я з вами Андрій Русиняк, як завжди. А в гостях у нашій студії Кукуріка Микола Миколайович, голова політичної партії пенсіонерів України. Вітаю вас, пане Миколо. Доброго вечора. Перше, що би мені хотілося з вами поговорити, оскільки, можливо, не всі наші телеглядачі знають, що є у нас в державі така політична сила, але тим не менше хотілося б познайомитися насамперед з вами, оскільки ви є головою, це все українська політична сила, і так. Хотілося б в декількох словах почути від вас знайомство з нашими телеглядачами. Ну, хотіло би сказати, що партія пенсіонерів України – це не молода партія. Вона створена ще в 99-му році. И просто за время своей деятельности было планомерное развитие. И активная фаза это была с 2000 года по 2010, когда возглавлял его Петросян Феликс Эдуардович, такой интересный, амбициозный, харизматичный человек. Но, как и все мы, зависим от Бога, и в 2010 так случилось, что его как бы позвал к себе Бог, и Царство Небесное его нет. Но структуру, которую он создал, очень на сегодняшний день, я бы сказал, мощная и правильная. По Украине, в каждой области, в каждом городе, в каждом районном центре, ну и просто первичные организации, на сегодняшний день, я бы так сказал, 3343 организации зарегистрированные, но исходя из того, что был такой пробел в 3 года и активной фазы развития не было, то, естественно, руководители многие поменялись, кто-то умер, кто-то выехал за границу, и на сегодняшний день я всего лишь год, ну, больше года возглавляю эту партию, и вот этот год я езжу, занимаюсь именно кадровой политикой в большей степени. Потому что я понимаю, что... То есть, своего рода, робите и ревизию политической партии, и всех осередков, это и точно, кадровых. Точно, да. Ну и, естественно, пропагандирую идеи партии и привлекаю тех людей, которые действительно на сегодняшний день разделяют те проблемы и сложности, в которые попали и пенсионеры, и те люди, которые зависят от социальной сферы. Але у вас є чітко виражений, оскільки навіть сама партія пенсіонерів України, це чітко виражений напрямок роботи і політичної сили. Да, только многие ошибаются, говоря, что это чисто партия пенсионеров. Название, оно исходит из того, что пенсионеров действительно, если брать в целом население, то порядка 30%. Тобто це не йде по віковому цензу, а по... Нет. Но если посмотреть в программные документы, в уставные документы, там четко прописано, что партия стоит на защите всех тех интересов людей, которые зависят от социальной сферы. И это и чернобыльцы, и инвалиды, и дети войны, и ветераны войны, и афганцы. И на сегодняшний день уже новая, можно сказать, категория – это участники АТО. Угу. Поэтому в нашей программе четко прописано, что те вопросы, которые или те задачи, которые перед нами стоят, это защита конституционных прав этих людей. Они должны получать те пособия, те льготы, которые прописаны в законе. Пане Миколо, але в мене питання є до вас, чи в даному сучасному такому світі, і особливо в нашій країні, чи потрібні такі профільні політичні партії, які так вузько, ну, по великому рахунку це не вузько, бо це величезна кількість людей, інвалідів, пенсійного і пенсіонерів, але сама профільність партії, чи вона потрібна в наш час? Я скажу, що ви правильно замітили. По названню, це, я даже сам, як руководитель партії, говорю на собраннях там, с общественными организациями или руководителем там городских или областных уровней. Я говорю, что наша политическая сила, она политическая, но по сути это партия социальной направленности. И в отношении этого скажу, что партий много политических. И во многих есть там пункты в программах
защита социальных, социальная защита тех людей, которые этого требуют. Но я вот даже скажу по выборам, которые были сегодня, недавно будем так говорить, то анализировала программы, предвыборные программы этих партий. Некоторые партии даже не упомянули, что у нас какие-то есть проблемы в этом это даже мы не говорим о том, что они собираются защищать. Угу. То есть они даже не включили в пункт защиту социальной сферы. Поэтому узкое направление, оно даст больше результата и больше пользы тем людям, которые объединятся вокруг этой партии. И я скажу, сакцентирую внимание, что то, что я сказал, что в нашей программе прописаны все эти вещи, общаясь на сегодняшний день в течение этого года, я скажу, что много общественных организаций, которые вникли в суть того, что мы делаем, поверили мне как руководителю, что действительно я пришел в партию не как политик, а больше как менеджер, организатор решения вот этих насущных вопросов их. И по многим областям руководители общественных организаций, там Луцкая организация инвалидов, они, когда я с ними встретился и поговорил, они говорят, мы уже думали сами создавать какую-то партию, потому что мы, как общественные... Боротися неможливо. Так невозможно. Якось... Мы, говорит, пишем, мы обращаемся, мы требуем, но никто на нас не реагирует. Но когда там чувствуют, что от этого им будет больно, они что-то нам как подачку дают. Но, говорит, что самое важное, наблюдение жизненное показывает, что даже маленький депутат какого-то там поселкового совета, он своим депутатским запросом больше решает вопросов, нежели мы, огромная общественная организация там областного значения. И говорит, мы хотели уже что-то думать. И когда узнали, а это нужно донести до людей, что я сейчас и делаю, когда узнали, то говорит, мы пришли, мы ваши. Я говорю, единственное, что вы не должны закрывать общественную организацию, вы должны действовать, как и действовать. Просто в рамках политической силы вы можете вступать в партию, можете не вступать. Так, мы как все громадская равно... организация, залишаетесь и контролируете. Да. Если вы считаете нужно вступить в партию и отстаивать интересы не только свои, а и других, то мы будем очень рады, и в особенности я, что у меня увеличивается актив и количество тех членов партии, которые будуть відставити інтереси тих людей. Не можна сказати про те, що партія налічує людей старшого віку, тобто вона є молодою, ця політична сила. Навіть, мабуть, от події в АТО, вони збільшують, це в великому рахунку дуже сумно з цього приводу, але дуже багато людей, які будуть інвалідами і які вже інвалідами, тобто ці люди теж можуть вступати в політичну силу і, так би мовити, відстоювати свої інтереси вже через призму політики. Ну, як я вже сказав, що по большому счету 30% населення це пенсіонери. Так. Ну, якщо брати по охвату тих людей, за которых ми боремося і которых ми захищаємо, то це більше половини населення. Тому що навіть діти, которые по той или иной причине стали инвалидами, они маленькие, но они уже на сегодняшний день требуют социальной защиты. Те военнослужащие, которые там по выслугу лет вышли в 40 лет, они еще молодые, но они уже на пенсии так, тоже. Так он уже пенсионный. Теперь, чтобы было ярко видно, сегодняшние дети, а я по-другому не могу сказать, которые попали в зону АТО, и автоматически, исходя, если удалось им выжить, они становятся инвалидами. Их тоже ждет та же участь, эта борьба за жизнь повседневную. Даст Бог, будет мирное время в мирное время. Поэтому я считаю, что здесь мы не можем говорить, что партия... Пенсійного, так би мовити, так, віку, так, так, що це все рівно і молоді, різні люди. Плюс к этому я хотел бы сказать, что...
И те, кто в партию вступает, это не обязательно, как вот мне задают вопрос, вы же не пенсионер, а что, как вы возглавляете? Я говорю, для того, чтобы защищать пенсионера, не нужно ним становиться. Для этого пенсионеры рожают детей, их воспитывают, дают им будущее, а они должны отстаивать. На сегодняшний день, чем я занимаюсь, это как раз своих родителей, бабушек и дедушек, которые в этом нуждаются. И много людей, которые сочувствуют. Есть те люди, которые, даже не вступая в партию, помогают в тех или иных вопросах, чтобы провести какой-то концерт, провести какую-то благотворительность, кому-то помочь. И когда они видят, что это действительно идет какая-то адресная помощь, они понимают, что да, с этой политической силой можно йти і можна щось робити. Микола Миколаївич, ви проїхали по багатьох областях країни і маєте зустрічі з різними людьми. Про одних людей ви вже розповідали, що вони були задоволені, що зустрілися з вами, що ви зможете допомогти. Але взагалі, яка тенденція розвитку політичної сили, і зокрема тут у нас на Західній Україні? Я скажу, що з моїм приходом, або до того, як я прийшов, у нас было где-то свыше 300 тысяч членов партии. За год, который я езжу, много областей в большей степени были сменены руководители, и где-то там 3 месяца, где-то 4, где-то вот только назначены. Так вот, в тех областях, где были руководители назначены и подбираются руководители такого действительно душевного переживания за свое дело, там по местам открываются общественные приемные, в которых люди могут получить юридическую консультацию, психологическую. И пенсионеры, которые выходят с активной фазы деятельности, попадают в такой в пассивный, иногда это пассивное превращается в депрессионное. То же самое даже на сегодняшний день люди, которые приезжают в САТО, иногда нужны психологи. То есть они тоже могут прийти. Эти общественные приемные объединяют людей с одними проблемами. Они встречаются, общаются. И даже общение между собой, оно позволяет как-то приукрасить свою жизнь. Так, потому что багато людей є, які я вам скажу, что за виговоритись навіть. Да, що за время, вот до 3 місяці, як показатель Запорожжя, за це время було в Запорожжі порядка 7 тисяч чоловік вступили в партію. Это, я считаю, показатель. И я не акцентирую внимание, что надо вступать там и на этом строится как бы. Так, политическая сила. Да, люди приходят и хотят получить удостоверение, чтобы понимать, что они действительно состоят в этой политической силе. И они участники, они принимают решения и участвуют в этих процессах. И плюс к этому, как я уже говорил, общественные организации, которые присоединяются, они не все там вступают в партии. Я даже говорю, вы не должны путать политику с социальной сферой. Да. И они, если, допустим, на сегодняшний брать, с них тоже много приходит и хотят вступить. И вступить, исходя даже из того, что внутрипартийная работа тоже ведется. Много людей, которые, допустим, театры в Одессе, каждый месяц там по 100-150 билетов бесплатно в театры. В кинотеатры. Тут має бути якась організація, просто щоб люди мали куди звернутися, хто їм може допомогти. Конечно. Они, по большому счету, ті організатори, які по містам, це ті ж пенсіонери. І ті ж там психологи, це ті люди, які вже вийшли на пенсію, вони мають спеціальність, мають багаж і опыт роботи, вони приходять там, продовжують роботу. Да, на общественних началах, там никаких средств особых нету, мы партия не олигархов, но они понимают свою востребованность, и они более чітче і душевно розуміють тих людей, які приходять. Найважливіше, мабуть, ще і те, що є можливість прийти, попити якогось чаю, поспілкуватися, чого людям покинути. Ви навіть самі знаєте, коли є спілкування живе, воно наскільки людина піднімає і настраює на світле майбутнє. Він вірить, він терпить те, що на сьогоднішній день у нього в житті не виходить.
Пане Миколо, скажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте дії сьогоднішньої влади і взагалі, якою би мала бути політика щодо людей, яких ви будете і зараз, і в майбутньому захищати? Знаєте, я думаю, що сьогоднішня власть, вона дуже швидко з допомогою народу прийшла до власті. Но квоту довіри отримали, так. Очень быстро получили, и я бы сказал, что они также адекватно должны на сегодняшний день показать результат. И если раньше президент приходил и за 100 дней он должен отчитаться, там показать работу, то сейчас не только президент должна за эти 3 месяца и Верховная Рада показать, и Кабмин, и так далее. И я скажу, что понятное дело, что на сегодняшний день они пришли к власти в очень тяжелое время. У нас кризис в таком высоком развитии. У нас на сегодняшний день АТО – это название, а на самом деле идет война. Вот. У нас на сегодняшний день проблемы, которые есть в отношении с Россией. И это, опять же, кризис энергетических продуктов, которые мы не можем получить или не могут отдать другие регионы. Поэтому здесь нужно очень грамотно выстраивать действия. Но на сегодняшний день единственное, что я бы сказал, мы даже на сайте разместили, те меры, которые хотят внедрить руководители кабинета министров для того, чтобы каким-то образом нормализовать экономику. И эти пункты, которые они там прописали, они все связаны с пенсионерами, с инвалидами, с чернобыльцами и так далее. То есть заморозить минимальную заработную плату. Притом там 2700, насколько я помню. При том, что обвал гривни идет большой, так, инфляция и инфляция растет, и на сегодняшний день продукты дорожают, топливо дорожает, и коммунальные они должны повышаться, исходя из этого. А как тогда привязываться к... Тобто не з цієї сторони, мабуть, починаємо реформи. Я думаю, що потрібно приймати міри, але не за счет тих людей, які і так страдають. И можно найти разные другие механизмы, как во Франции за счет роскоши. Там до 70% облагается роскошь налогами. И если люди позволяют себе покупать бриллианты, если не позволяют покупать дорогие машины, какие-то дорогие металлы, то они должны понимать, что я купив, ну, 75% віддав в бюджет. Пане Миколо, до якого крила ви відносите політичну силу, яку очолюєте? Тобто, яке це крило? Ну, я би сказав, це центр, тому що не хочу відносити к опозиції, яка явно бореться за зміну власті. Тобто, ні ліві, ні праві, тобто центристська політична сила. І не хочу сказати, що ми провладні, тому що невозможно бути властью, если ты требуешь от власти. Чи приймали ви участь у цих виборах? Вон, наскільки мені не зраджує пам'ять, то ви не були учасниками виборів до Верховної Ради. Тобто політична сила партії Пенсіонерів України. Розкажу. Дело в том, что хотя я только год возглавляю, и та работа, которая была мной проведена, хотя для меня этот год это год за 10. Потому что много приходится работать, и я так заставляю работать команды, да. Вот. По всем предпосылкам мы не должны были идти. Но все-таки Центральный комитет партии и я лично приняли решение, что мы будем идти. Мы подавали заявку, мы нашли средства за счет наших членов партии, внесли залог. Но исходя из того, что у нас все-таки бюрократия преобладает, и из платежки, которая была нами проплачена, ЦВК нашло замечание, и по формальным обстоятельствам нас не зарегистрировали. Дали постановление о том, что не зарегистрировали. Естественно, я в юротдел, подготовили иск, подали в суд. Суд быстро прошел, и нам отказали.
После этого я собрал ЦК, и мы принимали решение, идти дальше или не идти. В принципе, правда на нашей стороне. И тем более, что тот электорат, который за нами стоит, я думаю, что если бы мы вышли на площадь, было бы очень тяжело. Но было принято решение, исходя из того, что выборы в сегодняшнюю Верховную Раду, тех людей, которые пришли, я не верю, что они очень эффективно будут работать. И на Дай долго, Бог. И на долгий час, чем они пришли. Так? Да. Ведется разговор. Да. Да. Это не мои слова, это в обществе гуляет, что это временная Верховная Рада. И еще одно немаловажное значение, что залоговая сумма, которую утвердили, 1 218 000, для любой политической силы, а тем более для пенсионеров, очень большая. И было принято решение отказаться от борьбы, попытаться вернуть залог. Эти залоговые кошты. Да, и готовиться к уже очередным местным выборам. Угу. Почему? Потому что, по большому счету, если наш пан президент сдержит обещание, которое он в предвыборной кампании нам нес, что придя к руководству, он всем примет меры для того, чтобы принять законы о децентрализации. И для меня важнее на сегодняшний день внедрение децентрализации в регионы. И, естественно, когда будет оставаться больше средств в регионах, то и социальная сфера будет закрываться гораздо быстрее и контролируемо, прозрачнее будет происходить процес. Так, тобто навіть ті громадські організації, вони вже будуть більш мати можливість контролювати цей процес, чим контролювати його з місця у Києві. Однозначно. До прикладу. Ми десь зачепили питання, так би мовити, нерівномірного і, знову ж таки, того, що уряд десь буде старатися, можливо, затягнути пояси таким верстам населення, як пенсіонерам, ліквідаторам Чорнобильської АЕС і так далі. А яка ваша думка з приводу того, що в пенсійній системі є дуже великі нерівності, так би мовити, такі, які, як на мене, вони викликають обурення у багатьох людей, коли там бувші президенти можуть мати заробітну платню чуть не 100 тисяч, а і більша частина людей мають заробітну, вірніше, пенсійну оплату там 900 гривень, там 1000 з копійками і так далі. Як ви на це дивитеся? І чи є якісь методи впливу, або, можливо, якісь там зустрічі з людьми, і як ці питання можуть вирішуватися? Ну, це предложення йде від нашої партії. І в даному випадку, не входя в Верховну Раду, я не вважаю, що на сьогоднішній день навіть ініціювати законопроект о том, щоб там відмінити ті чи інші пенсії. Наше предложение рассмотреть вопросы относительно вот неравенства этих пенсий. Понятное дело, что каждый человек должен получить по заслугам. Но если... Но это очень большая разница. Да, просто я скажу, что человек, который работает в деревне, который ухаживает за скотиной и встает там в 5 часов утра или в 4 и ложится там чуть ли не в полночь, и это он делает на протяжении там 40-50 лет. Потом, когда приходит к пенсии, ему насчитывают эту пенсию там в пределах 1200-1300, угу. То о какой справедливости можно говорить? Понятное дело, что есть у человека какие-то заслуги перед Родиной. Вот есть надбавка за это, получи. Есть какие-то там научные заслуги, есть надбавка, получи. Есть какое-то участие в разных боевых действиях, получи. Но когда насчитывается заработная плата, которая была большая, потом она удваивается и так далее, и получается, что пенсия некоторым 100 тысяч, а некоторым получают 949 минимальную. Угу. Тем более, что индексация, чем больше пенсия, тем индексация будет больше.
Микола Миколаївич, скажіть, будь ласка, таку річ, чи є прописано в вашій, ну так би мовити, ідеології політичної сили механізми, як все таки має бути? Можливо, є якась аналогія з європейських країн і так далі. Тобто, як вибудувати оцю схему правильного розподілу коштів пенсійного фонду? Тобто є такі напрацьовані плани? У нас зараз працює група спеціалістів, які із числа тих людей, які працювали в пенсійному фонді, і вони от ці замечання, наші ініціативи, пропозиції, вони розробляють. Зараз конкретно в даній студії, я думаю, що не буде правильно. У нас часу не вистачить для того, щоб мабуть, да. Єдине, що в даний момент я скажу, що якщо ми говоримо не тільки о такій, ну, как бы, маленьком сегменте, а говорим вообще о пенсионной системе и реформе, то я бы сказал так, что реформу, которую начинали, и изменения, которые внесли в 2011 году, подняв пенсионный возраст для женщин и сократив льготы на 35 миллиардов, вот это и на этом закончилось. Все реформирования. Да. Я бы сказал, что если бы экономика на сегодняшний день была стабильной, и не было войны, и не было тех проблем, которые есть сегодняшние в банковской системе, то мы бы даже инициировали и говорили о пенсионной реформе, которую нужно проводить. Но исходя из того, что банковская система, она на сегодняшний день настолько шаткая, что мы только узнаем из СМИ, что то один банк, то другой, то третий банкротится, закрывается, лопается. А пенсионная реформа – это разные системы. Есть солидарная, накопительная и не государственные пенсионные фонды. Так вот, накопительные и негосударственные пенсионные фонды, они предусматривают, во-первых, пенсии для будущих пенсионеров. Но здесь есть большой плюс, что те работающие, которые вкладывают в накопительную систему, они дают возможность пополнения бюджета, пополнения денежных средств для того, чтобы использовать дешевые кредитные деньги. То есть страна тогда может увеличивать производство, увеличивать экономику, увеличивать рабочие места, а увеличение рабочих мест – это и есть отчисления в пенсионный фонд, в другие социальные сферы. Естественно, одно помогает другому. Ну, сьогодні куди так, накапливати? Тому що це на розрізі поколінь. Це ж не, да. не в часі там, 50 років, а на розрізі поколінь. 100 років, 150 йде на накоплення коштів і пенсійний фонд і так далі. А сейчас некуда накапливать. Можно накопить так, что банк лопнулся, и те вклады в перспективу хорошей пенсии закончились. Нам бы хотелось ничего. Жить в такой стране, еще было так, как в Европе, где люди имеют майбутнє, где бачать, что они должны відкласти кошти. Так. Но мы должны на сегодняшний день та система, которая есть, ее усиливать, находить средства, а они есть на сегодняшний день, возможности есть. Даже, я скажу, на сегодняшний Було день... Було б тільки бажання, напевно, так? Однозначно. На сегодняшний день я скажу, что много предприятий крупных, которые работают в нашей Украине, не затрагиваются вопросы относительно их налогообложения. То есть, извините за такое слово, но олигархи получают сверхприбыли. И не, этим не хотят делиться. Прикрытием, а на сегодняшний день власть заявляет, что нам нужно затянуть пояски. Так я скажу, если бы эти олигархи, которые есть у нас в стране, и которые там в Форбсах идут, шпальте, да, да, если бы они на сегодняшний день сбросились своими там в 10%, то я думаю, не только экономику было бы наладить, но и производство поднять.
Ну, ніхто не хоче ділитися. От. Пане Миколо, всі говорять про, ми десь так коротенько зачепили питання децентралізації. Як на вашу думку, що це дасть, знову ж таки, простим людям, які працюють, які мають можливість піти на відпочинок, тобто пенсійного віку? Тобто, що вона дасть, ця децентралізація? Ваша точка зору, як політика, як людини, яка очолює політичну партію? Здесь я би сказав так, вона більше дасть социальной сфере. Каким образом? Вот на примере Ивано-Франковской области. Ивано-Франковская область за 11 месяцев собрала подоходного налога где-то около миллиарда. Из них там 400 с лишним ушло на Киев, там 500 осталось. Собрали военный сбор, который ввели новый сбор. За то время короткое, которое приняли закон и по сегодняшний день, там 14 миллионов. И опять же, эти деньги ушли на Киев. Так, тобто ми тут не володіємо інформацією, куди вони потрачені, і як вони потрачені. Яким образом вони возвращаються. І навіть ті програми, які приймаються на государственному рівні, щоб вони реалізувалися на місцевому рівні, дуже складний путь прохождення. І по пути навіть теряються гроші, якщо так розбиратися. А от коли буде децентралізація, і основна маса питань, повноважень, програм і все остальне буде прийматися на місці буде фінансуватися, і от тут буде можливість влиять на эти процессы. И плюс к тому, я повторю, что мы говорили, что как политическая сила мы считаем, что представители наши должны быть во всех там, районах, городских, областных советах. И они будут отстаивать именно этот сегмент, за который мы боремся, социальную сферу. И вот в данном случае от представителей общественных организаций, кандидаты, от нашей политической силы, они будут идти в местный совет, представлять интересы и отстаивать все вопросы. И когда они там будут находиться, они будут иметь доступ до понимания, до лоббирования интересов там, тех или иных программ, до того, чтобы вбили в бюджет ту сумму, которая на выполнение этих программ, и плюс контроль, как осуществляется проведение тендеров, там, выделение этих средств, ну и до конечного потребителя, когда уже будет доходить. Пане Миколо, ми вже переживали такі історичні віхи, де була спочатку там радянські часи Москва, всі десь з якимись там баюлами їздили туди, возили якусь дань для того, щоб щось вибити, якісь кошти. Пройшов час, знову ж таки, цим містом став Київ, наша столиця. От, якщо пройде децентралізація, не складеться так, якщо не буде випрацьованої системи правил гри, правильних правил гри, що кожний обласний чиновник буде своїм таки, собі таким царьком, так би мовити, в області, де треба, щоб щось рішити, треба буде щось туди завозити. От ваша думка, як випрацювати цей механізм таким чином, щоб тобто ми не повторювали історію? Я скажу так, що якщо наша країна, наш народ зумів свергнути предыдущую власть, ну, правда, таким... З кровопролиттям, будемо говорити так, не мирним методом. Да. Но на уровне України, то я скажу, что если это будет децентрализация, и, как вы сказали, каждый будет на уровне там, царька, то в регионе легче будет вырешить это. И это же будет поодиночный, это не вся Украина. Угу. Вот. И если это будет в одном регионе, то есть политическая сила, которая, допустим, я представляю, которая может объединить и другие наши организации с других регионов. Мы приедем в ту область, и я думаю, что наведем порядок. Тобто представництво громадських організацій і, по великому рахунку, політичних партій різних таких профілів, десь молодіжного крила, десь такої політичної партії, яку ви очолюєте, воно необхідне практично в цьому в сучасному на світі. На сьогоднішній день життя показує, що тільки такі можуть здвинути щось з місця і зробити життя тих людей, які залежать від соціальної сфери, зробити, як би,
повернутися к ним лицом. Микола Миколаївич, не можу не запитати вас про те, про ті події, які мають місце в нашій державі, саме зона АТО, про відношення, можливо, в якійсь мірі, оскільки в нас тут на телеканалі дуже багато є зустрічей з волонтерами, різними людьми, які причетні до допомоги військовим. Ваше бачення, чому так все-таки складається в нашій країні, що все лягло на плечі тих же ж пенсіонерів, тих же ж людей, які практично відривають копійчата від себе для того, щоб допомогти тим молодим людям, які своє життя і свої голови кладуть в так званій зоні АТО, хоча ми знаємо, що це війна. Тобто ваше ставлення до цього. І що потрібно зробити, щоб, знову ж таки, міністерства всі працювали на ту проблематику, яка існує в державі, а не працювали тільки виключно там на своїй кишені і вирішуючи свої якісь там меркантильні проблемні питання власні? Ну, я бы сказал, что сегодняшняя власть, она делает такие шаги непопулярные, которые я бы не разделял и не поддерживал. Потому что как бы там наш агрессор, сосед, не проводил там агитационные какие-то вопросы. И та риторика, которая звучит везде по Украине, что люди, которые там проживают, они сами выбрали свою родину, это не есть правда. Мы, как партия, общаемся с тем регионом, что с одним, что с другим, очень тесно. Потому что там тоже есть наши члены партии, руководители партии, и та боль и то несчастье, которое они там испытывают, не передать на словах. И заявлять, допустим, о том, что мы перекрываем все там финансовые потоки и все остальное, и предпосылки к тому, что не выплачивать пенсии пенсионерам, особенно если люди не выезжают, не оформляют ее на Украину, это неправильно. Нужно находить другие варианты решения вопроса. Смотрите, мы же считаем, и те люди, которые говорят, так им надо, да? Они же берут в целом, взагалі. А на самом деле есть те люди, которые не разделяют позицию ДНР и ЛНР. Но по состоянию здоровья, по финансовым возможностям они не могут выехать. У них нет детей, у них нет средств. Вот как им быть, если они не могут приехать в соседний там регион, чтобы зарегистрироваться, выстоять в очередь, потом оформиться в пенсионном фонде и получать на карточку, и опять же карточку это можно только снимать в Украине. Они не могут, и никто им там помочь не может. И я вам скажу, что и там есть тоже абсолютно нормальные, адекватные люди. Хотя все считают, Донецк – это такой регион, который на сегодняшний день считается агрессивным в отношении Украины. Нет, прежде чем… Вот я ехал в Івано-Франковськ. 23 роки робили все для того, щоб вони, навіть якась частина тих людей, так і думали, так і десь в якійсь мірі… Ну, пропаганда работает. Так. Пропаганда работает. Я просто хотел сказать, что когда я ехал в Ивано-Франковск, мне позвонил директор благотворительного фонда, я не буду называть, который единственный остался там и занимается вот этой проблематикой помощи людям, которые инвалиды, людям, которые в больницах, детям, сиротам, престарелым. Вот они все это организовывают. И очень на высоком уровне. Можно даже зайти на сайт, посмотреть. Вот. И но им это вдаётся, потом, правда? Им это естественно, потому что они живут этим, они понимают, что только они могут это сделать. И многие даже благотворительные фонды уже переехали в более безопасные места. Они там находятся вместе с директором, который со мной разговаривал. И он говорит, вы просто неправильно воспринимаете. Есть же те люди, даже дети-сироты, которые погибли, их не родители, не потому что они принадлежать к тем формированиям, а просто случайно
взорвалась мина, случайно попал снаряд. Тобто ці діти залишаються напризволяще, так? Это ж діти сироти, это уже по большому счету, это боль нашей страны и нашего правительства. А о них просто забувають. Поэтому Микола, очень обидно. Але може, дивіться, дуже багато говориться зараз про, так би мовити, практику, яка була в Грузії, де швидко все можна було зробити. Можливо, не так все просто в великій країні, тому що ми ж одна з найбільших країн Європи. Можливо, ця от інертність за рахунок того, що в нас є дуже велика кількість людей і велика територія, і не можна зробити так реформування миттєво. Навіть якщо хтось і робить, то очевидно, що є багато супротиву. Ми ж знаємо, в якій ми країні жили, в якому ми суспільстві, в яких ми системах жили, що не просто пробити. Є дуже багато різних перепон навіть на маленькому чиновницькому рівні будь-якої там міської чи районної адміністрації. От в продовження нашого предыдущого вопроса, я скажу, що возможно, а може даже на 99% правильно було зроблено президентом по відношенню цього регіону. Но нужно было продумать, как обеспечить и найти возможности помочь этим людям. Ведь у нас есть и международные организации, там Красный Крест, которые... Навіть можливість доступу в будь-яку точку землі. Конечно, через которых так. можно, если не от там, правительства, то через те же политические силы, такие как мы, найти возможность поставки туда медикаментов, поставки материальной какой-то поддержки или возможности даже выехать туда к ним, оформить эти пенсии, чтобы они не ехали на своих инвалидных колясках и всем остальном. Но это нужно было предпринять. На сегодняшний день я не вижу этого. Я вижу только конкретное, но нельзя рубить так, как на сегодняшний день это делается. Микола Миколаївич, ми маємо вже не так багато ефірного часу, але тим не менше, які завдання сьогодні ставите ви, так, на завершення нашої розмови, ви як голова політичної партії пенсіонерів України перед собою, перед всією організацією і перед тими осередками, що вони зараз мають робити, тобто які реальні кроки вони мають робити вже сьогодні? Ну, може, десь в чому-то повторюсь, я би хотів обратитися от і на жителям Івано-Франковська и Івано-Франковской области, что и особенно к тем людям, которые сочувственно относятся и разделяют ту боль и тяжесть сегодняшней ситуации, в которую попадают люди, которые зависят от социальной сферы, не обязательно только пенсионеры. И они своей гражданской позицией или своем видении каких-то определенных программ, инициатив, видя, что с их помощью мы можем и совместной деятельностью мы можем что-то изменить, я прошу приходить, не обязательно вступать в партию для того, чтобы что-то делать. Будьте просто партнерами в том, что мы, чем мы занимаемся. Ну, а тех людей, которые на сегодняшний день зависят от социальной сферы, я хочу убедить в том, что, поверьте мне, за то время независимости нашей Украины, в которой мы живем, те партии, которые обещали, те лидеры, которые обещали, что настанет для вас светлое будущее, оно не настанет, пока вы сами не возьмете власть в свои руки, не заведете во все уровни власти своих представителей, и через них уже будете влиять на те процессы, которые происходят в нашей стране именно в социальной сфере. И я скажу, если вы объединитесь, независимо от общественных организаций, каких направлений, вместе, но те вопросы одной или другой вы будете решать сообща, то я думаю, что тогда и решение развития страны будете принимать вы. Или, по крайней мере, наше общество или наши политики не будут считать, что пенсионеры – это уже люди, которые не имеют какого-то права голоса или не имеют возможности решать какие-то политические вопросы. Это все не так. Поэтому объединяйтесь, вступайте, если есть возможность, в партию, выдвигайте своих
кандидатов в местные советы. Но в будущем, я думаю, что исходя из того, что мы сделаем, мы будем выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады, чтобы на высшем законодательном уровне принимать именно те законопроекты, которые действительно будут облегчать вашу жизнь, вашу участь. Микола Миколаївич, я надзвичайно вам вдячний, що в цей вечірній час ви в нашій студії. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас у студії Кукуріка Микола Миколаївич, голова політичної партії пенсіонерів України. Ми вели сьогодні розмову про все те, що можна зробити в нашій країні. Я вам вдячний і до нових зустрічей. І нашим телеглядачам дякую за увагу.